Ремонт медицинских учреждений обсудили на еженедельном совещании губернатора области с правительством и главами округов. В этом году в регионе планируется отремонтировать 85 объектов, 61 из которых уже готов. По словам главы Одинцовского округа Андрея Иванова, в муниципалитете в рамках реализации областной программы «Гнилые зубы» прошел ремонт двух подстанций скорой медицинской помощи Одинцовской и Голицынской.